Во что обходится незнание пути, где цель конечную пытается достичь? Случайность тоже пах, но кто сумел дойти? Для многих в радость там победный клич. Так что же сделали сокрывшие писания? Кто подсчитает тех, кто не дошел? Брести пытались по горам, лесами, создав из кельи временный шеол. Кто не во тьме, в зените солнце светит, тени во мраке у средневековья. Видны ловушки, ямы, щита, сети, капканы, пленные, их тысячи в оковах. И всем в конце грозила злая участь. Кто заминированный выдал им маршрут? Так кто же все же пилигримов мучил? Чьи телеса собаки, птицы жрут? Наставники, учителя, вожди, кто вас учил по вымышленным картам? Масоны виноваты и жиды, что нет Евангелия среди ваших картий? Потерям, поражениям нет числа за отвержение Библии Господней. На что и лодка, если нет весла? На что повозка без колес пригодна? Умышленно, серьезно, на века и даже более, уже на тысячелетия, путь истины учили не искать, затворников на подражание слепки. Христос есть путь, и надо познавать, и Слово Божие его святую волю. Интересует нас плоды, а не листва, по закромам хранят их, сушат, солят. Так с чем же мы, над чем синод хлопочет? Иконы, храмы, крестные ходы, деревья, дважды умершие и без почек, пустыня, ночь, в сосудах нет воды. 9 сентября 2005 года.